Здравствуйте, меня зовут Екатерина Караваева. Прямо сейчас будем говорить только о хороших новостях. Расскажут их жители Ленинского района. Мне исполнилось 80 лет. Приходили ко мне ТОС. Во-первых, сегодня пятница, последний рабочий день. Впереди выходные, будет очень много всего интересного. А мы тут ребеночек родился. Гуляем, вышли погулять на прогулку. Долго ждали. Вот там уже 4,5 месяца. Вот сегодня вот погода хорошая, решили прогуляться. Хоть и холодно, но солнышко вышло, вот мы гуляем. Погода прекрасная в Ленинске. Вот, скоро Новый год, готовимся. Я ходила на свадьбу, гуляла, очень хорошо провела время. Погода хорошая сегодня, солнечная. Ездила к внуку, провела хорошо время. И это были все хорошие новости, которыми успели поделиться жители Ленинского района. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте. До скорых встреч!